Открытие выставки «Летние подсолнухи» получилось таким же ярким, многоцветным и позитивным, как и сами работы, представленные на экспозиции. И это неудивительно, ведь вдохновленные красотой ярких растений воспитанники Центра дополнительного образования словно оказались на миг в жарком августе или прохладном, но красивом июле. Подарили такое настроение собравшимся ученики студии «Декор», которые не одну неделю работали над созданием своих шедевров. Здесь представлены 4 моих работы, и они... выполнены в теме, которую мне там писала Нила Николаевна, предложила, то есть вдохновила. Я разработала несколько эскизов. Началось это все с работы, которая висит на той стене. Потом это все переросло в триптих, который висит на этой стене. Они написаны маслом, и использовала я мастихин. Мне очень нравятся подсолнухи. Это такой цветок, похожий очень на солнце. Я очень долго рисую картины. Я ее рисовала... 2 недели. Я когда эту картину рисовал, мне во многом помогала Нила Николаевна. Без ее помощи, то я бы вообще практически ничего не сделал. Вот. У меня очень такой своеобразный фон, разноцветный, вписывается в подсолнухи. Вот это все благодаря Нине Николаевне. Я учусь в студии «Декор» с 5 лет. Эту работу я нарисовала в 9 лет. Ну, мне как-то очень... притягивают подсолнухи, я их 3 раза рисовала, вот в 9 лет, вот сейчас рисую. Они как притягивают, и хочется рисовать, они так, как солнце. Представленные на выставке работы отличаются по жанрам и техникам выполнения. Каждый юный художник стремился придать своей картине неповторимое звучание. И судя по отзывам гостей, ребятам это удалось. Каждое полотно словно живое, передает свои эмоции. И в каждой работе любовь к земле, к родине. При слове «подсолнух» каждый ребенок хотел выразить свое... отношения, найти свой образ. Вот. Мы не ставили задачу нарисовать реалистично подсолнухи. Мы хотели найти какую-то новую форму, новый образ. К слову, зарядиться позитивом могут не только те, кто занимается в учреждении образования. Выставка открыта для общего посещения. А потому, если в один из холодных осенних дней захочется вновь окунуться в атмосферу лета, то экспозиция может стать в этом вопросе отличным помощником. Функционировать солнечная выставка будет на протяжении месяца. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.